Commercial Pictures представляет. Фильм Виктора Селва. Дом клоунов. В ролях Натан Форест Уинтерс, Брайан МакХью, Сэм Роквилл, Вилетта Скилмин, Тимоти Эннос и другие. Художник Рой Энтони Кокс. Музыка Майкла Беккера и Томаса Ричардсона. Оператор Робин Мартаротти. Продюсеры Майкл Денти, Робин Мартаротти и Виктор Селла. Автор сценария и режиссер Виктор Селла. Дорогой, этот дом кажется таким пустым и огромным без тебя. Тут все гораздо серьезнее, чем я думал. То есть? Возможно, мне придется поехать в Кливленд. Когда мы начнем жить как люди? Когда у нас будет, наконец, нормальное жилье? Мне надоело выходить из спальни, рискую заработать шишку. Дорогая, я говорил тебе, так устроено отопление. Меня это не интересует. Пока только Кейси не грозит опасность разбить тебе голову. Эй, там наверху. Не лезь ко мне в комнату. Эта штука скоро обвалится. Опять Кейс?
А я думал, что с этим все. Давай уберем простыню, пока мама не увидит. Еще раз так войдешь, получишь по морде. Извини. Ты теперь спишь без штанов? Мама будет в восторге. Что это? Ничего особенного. Мама! Кейси снова наделал в постель. Быстро одевайся. Посмотрим. Центральная площадь, представление в 7 вечера. Кто захочет, тот придет. Мне все равно, куда вы пойдете. Главное, вы должны быть вместе. Кейси не понравился цирк в прошлом году, помнишь, мам? Он его напугал. Но ведь это было в прошлом году, правда, Кейс? Это за кем? За мной. Не забудь пообедать. У тебя вечером есть занятия? Сегодня пятница. Потом сразу домой. Рэнди, я же тебя просила. Это ко дню всех святых. Потерпи. День всех святых через 2 недели. Кошмар. Твоя беда в том, что у тебя нет чувства юмора. Сними, сейчас же. Мама. Сию минуту. А почему мне нельзя с тобой? Тетя Майя 75 лет. Ты умрешь со скуки. И она не любит нас. Разве? Она говорит, что дети созданы для того, чтобы их колотить. Кейси, ты в самом деле не хочешь пойти погулять сегодня вечером? Ты уверен? Мы сидим с Марси, понятно? Я думала, она уже тебе не нравится. Она будет с Мелиссой, детка. Мы можем посидеть и одни. Чтобы следить за мной издали? Ну, нет. Будем сидеть все вместе. И держаться за руки. Да, Кейси? Нужно, чтобы кто-нибудь держал тебя за руку? Я больше не боюсь твоего дурацкого цирка. Не боишься? Кончай. А львов, Кейси? Или слонов? Заткнись. И толстухи не боишься? И великан? Хватит. А, Кейси? А как насчет клоунов? Я же помню, как ты пустился на утек от этих дурацких клоунов. Прекрати. Вот смеху было. Я же был маленький. Заткнись. А зачем ты идешь, Кейси? Ты же боишься. Он не может остаться дома, ты знаешь. Это ужасно. Повстречаться с большими злыми клоунами. Я не боюсь, так что помолчи. Так и быть, только садись с Джеффри, а то и мне штаны промочишь. Что-то стряслось в желтом доме. Там живут сумасшедшие. Что там такое? Может, они пытались сбежать? Кто знает? Чтобы пойти в цирк. Я псих. Я псих. I'm crazy.
Бородатая женщина была не настоящая. Ну да, точно. Ты что, ее целовал? Знаете, кто я? Я клоун из цирка веселых братьев. Сегодня супер представление. Не пропустите. Начало в 7 вечера, будет весело. Львы, тигры, медведи. Всему виной Джеффри Кейси. Думаешь, нам нравится быть здесь с тобой? Попридержи язык. Смотрите. Что? Я бы хотел туда зайти. А ты знаешь, что там? Предсказывает судьбу. Враки. Такая же фигня, как и все здесь. Это же его деньги. Хочешь узнать свою судьбу? За доллар могу тебе сказать. Сегодня ночью ты снова сделаешь под себя. Кончай, Рэнди. Что? Ты, кажется, забыл? Что можешь схлопотать по морде? Пошли, Джефф. Иди, Кейси. Здесь никого нет. Зайди. Неужели не ясно? Никого нет. Да. Ну что же ты? Это мой младший брат Кейси. Он хочет, чтобы ему предсказали судьбу. Кейси. Кейси. Ну, Кейси, давай руку. Мягкая рука. Это хорошо, хотя и опасно. Понимаешь? Итак, Кейси, сначала линия мудрости. Она у тебя длинная и извилистая. Это хорошо. Значит, ты сможешь принести счастье себе и другим. А это линия любви, еще маленькая. У него ведь маленькая. Но очень глубокая. А теперь самое главное, линия жизни. Видишь, она начинается здесь, тянется. И обрывается. Обрывается, Кейси. Видишь? У тебя там был шов, правда, Кейси? Шрам? Шов был на правой руке, на левой. Если это шрам, тогда беспокоиться нечего. Очень скоро что-то нарушит твою линию жизни. Глупости. Чушь, пошли. Пошли, Кейси. Будь осторожен, Кейси. Пошли. Остерегайся темноты. Хоть тело молодо и сердце ровно бьется, бесценный свет, возможно, и прервется. Коль смерть во мгле оставила свой свет. Ну все, уходим. Вы, мадам, кажется, не в себе. Что с вами? Пять с плюсом, Джефф.
Она не должна была этого говорить. Я же сказал, это все ерунда. Ерунда, Кейси. Опусти руку. Вот бы мама посмотрела на все это. Да, она бы не похвалила. Уж будь уверен, ты все еще любишь его, Кейси? Ну, конечно. Как всегда, виноват я. Хотя это ты, паинька, привел его туда и напугал почище, чем самый страшный клоун. С каких это пор ты так о нем заботишься? Я ведь не нанимался за вами присматривать. Понял? Ты понял? А теперь слушайте. Будете сидеть и смотреть представление. А я буду рядом с Мелиссой. И мне дела нет, что у меня есть два маленьких брата. Договорились? Ладно. Пошли. Великолепный Торчетто. А теперь на арене изумительные, неподражаемые братья Гапино. Дамы и господа, мальчики и девочки. Что такое? Минуту, Чизо. Дамы и господа, Чизо клоун. Ты хочешь сделать то, чем славится братья Гапино? Ты не сможешь сделать это один. Вас должно быть хотя бы двое. Чизо, ты, наверное, шутишь. Трюк на трапеции? Как Биппо и Диппо? Ладно, Чизо, чего мы ждем? Поднимайся. Нет? Что нет? Дамы и господа, мальчики и девочки, нужен доброволец. Кажется, Чизо нашел себе беднягу-помощника. Маленького мальчика? Или маленькую девочку? Нет!
Что он делает? Куда он? Куда он? Это же просто человек, Кейси. Я знаю. С краской на лице. Смешно, да? Нет. Знаешь, чего я раньше боялся? Да и сейчас побаиваюсь. Когда одеваются волком. Я понимаю, что это понарошке. Но все равно. Поэтому я и клоунов не люблю. У них не настоящие лица, огромные глаза, улыбки во весь рот. Но это же все поддельно. А какие они на самом деле, не знаешь. Ты здорово опозорился. Весь город это видел. Если кто будет к тебе приставать, скажи мне, ладно? Может, хочешь обратно? Тогда пошли. Пусть Рэнди торчит там со своей Мелиссой, а мы поиграем. Может, выиграем что-нибудь для мамы? Ты ведь классно кидаешь мяч. Только посмотрите, 7 подряд. С одного раза, вот это бросок. Ты это заслужил. Открой свой секрет. Главное не спешить. Приветствую, чем могу служить? Скажи, что ты хочешь. Я хочу голубого зайца. Это изумительный зверек. Сейчас ты его получишь. Куда вы пропали? Представление давно закончилось. Ни за что не угадаешь, что Кейси выиграл. Это еще что такое? Чего ты злишься? Хочу уйти отсюда. А где Мелисса? Ты вообще молчи. Теперь весь город знает, что ты хиляк. Тебя нужно по новой заворачивать в пеленки. Кончай, Рэнди. Ты что, сам никогда не боялся? Боялся, что ненароком пришибу тебя, когда много болтаешь. Нам идти за тобой? Двигайте. Старик нам явно не доплачивает. Маленький поганец чуть не вышиб из меня дух. Тогда весь цирк пропах бы водкой. Ты его здорово напугал. Скорее публика. Дети мечтают попасть на арену. Ох уж этот старикан. Устал работать задарма. Да. Что там такое? Что за чертовщина?
Наверное, дети хотят взглянуть на клоунов без штанов. Могу показать кое-что. Боюсь, им не понравится. Это ты можешь, Чарли, не сомневаюсь. Уходите, пожалуйста. Представление окончено. Джорджи? 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 О, Господи! Что ты делаешь? Хочу понять, это усы или просто так? Значит, у вас на самом деле есть волосы, Кейси? У вас есть волосы там, где они что-то значат? Что? Если вы сегодня такие храбрые, и мама не будет допоздна, мы могли бы устроить настоящий вечер ужасов. Помнишь, Кейси? История с привидениями. Да. Ну как? А, Джеффри? Midnight. Полночь. Или перед этим. Midnight. Полночь. Пора ужасов и преступлений. Something real. Невообразимых. Or not. He was too Он был слишком напуган, чтобы понять. Этот внезапный холодок по спине подсказал ему,
что они пришли. What did they want? Что им было надо? Why were they here? Почему они пришли сюда? To scare him? Напугать его? To kill him? Убить? Alone and helpless. Одинокого и беззащитного? Sure. He had his axe. Конечно. But what у него был that топор. Bring him? Но что стало? Just more blood. Ну, чуть больше крови. Он знал, что они найдут его. Все сразу. Их лица подобны кошмару. Они, конечно, найдут его. Ему казалось, что они уже где-то рядом. Что они знают, где он прячется. Они идут. Идут, Джеффри. Они идут, Кейси. Они идут. Клоуны. Клоуны. Клоуны идут. Они идут убить нас. Они идут убить нас. Клоуны идут. Что с тобой, Кейс? Ты в самом деле в это веришь? Как-то не по себе. Холодок по спине. Это от того, что у тебя за спиной. Дурак! Заставил тебя оглянуться. Мама сказала, на кухню не ногой. Хочешь, чтоб нам попало из-за горсти попкорна? Если нам их попадет. Помнишь, как ты положил яйца в микроволновую печь? А кто был виноват? Ребята! Она этого не говорила. Тогда ступай туда сам. Ну нет, только тебя она никогда не наказывает. Ребята! Подействовали рассказы о привидениях? Что такое, Кейси? В самом деле что-то было? Ты так перепугался, что язык проглотил. Кейс? Кейси? В общем, делаем попкорн, а отвечать будем вместе. Идет. Согласен, Кейс? Эй, клоун! Попкорн? Попкорн? Не бойся темноты.
Кейси, Джеффри, идите сюда. Может, там еще есть? Там пусто. Кто последний брал попкорн? Мама разрешила. Она просто больше не купила. Тогда все ясно. У Петра еще открыто. Уже почти 11, не успеем. По старой дороге можно успеть. Кто ходит ночью по старой дороге? Ты пойдешь, Джеффри? Ни за что. Тогда пойдешь ты, Кейс. Ты пойдешь. Еще чего? Он шутит. Ты пойдешь. Я? Да. Ладно. Оставайтесь и дрожите здесь от страха. Нет. Боишься идти один? Нет. Рассказывай. Я не ты, Джеффри. Насмотрелся ужастиков, и теперь они у тебя перед глазами. Может, пойдем все вместе? И всех нас убьют злые клоуны. Не надо, Рэнди. Ты идешь? Я иду с Рэнди. Что? Зачем? Пошли все вместе. Джеффри боится, Кейс. Пошли. Мы туда и обратно. Зачем ты идешь, Кейс? Мы быстро. Не бойся темноты, моя любимая. Я буду тебя подгонять. У нас осталось 7 минут. Погнали. В темноте страшно, когда бежишь. Ты когда-нибудь повзрослеешь? Если темно, это не значит, что кто-нибудь там прячется. Это значит, что ты этого не знаешь. Ну и доводы. И дитя, Кейс. Согласен? Давай быстрее. Не заставляй меня бежать. Обгонишь? С меня конфета идет? Нет! Я не побегу, Рэнди! Я не побегу! Рэнди! Рэнди, подожди! Рэнди, ты что, бежал всю дорогу? Рэнди, на помощь! Кейси? Я его прибью. Отстань от меня. Что на тебя нашло? За мной гнались. Пошел ты. Я правду говорю. Ты влетел как паровоз. Что натворил? Я тебя убью, придурок. Это я сама сделаю. А ты пойди достань те ящики. Я не знаю, что я с тобой сделаю. А потом я сразу домой. Ну, конечно. Доброй ночи, ребята. Кейси, старина, полегче.
Well, let's get you cleaned. Надо тебя почистить. Кто там, черт побери? Есть здесь кто? Кто Сообщаем подробности об ужасном убийстве и недавнем побеге из лечебницы в Похо. Трое душевнобольных сбежали после того, как администрация не позволила им посетить цирк. Большинство пациентов имели возможность посещать представление цирк веселых братьев. Полиция начала поиск в трех округах. Это топает до смерти напуганный Кейси. Он боится клоунов, а они повсюду. Подожди, Рэнди, я серьезно. Рэнди! Он делает под себя. Будьте начеку. Пожалуйста. Подтянитесь, солдат, вы обуза для всего взвода. Рэнди, подожди.
not. You're not funny, Randy. Это не смешно, Рэнди. Я серьезно, Рэнди. Я знаю, ты хочешь меня напугать. Они здесь! Они здесь! Ты можешь не верить, но они здесь! Что ты там болтаешь? О ком ты говоришь? Кто еще там? Клоуны. Рэнди, они здесь! Наградил же меня Господь таким суеверным братцем. Пойдем домой. Возьми меня за руку. Пожалуйста, Рэнди. Рэнди. И не бросай меня больше. Пожалуйста. Никогда. Ладно, иди. Обещаешь? Хорошо, Кейси, я никого не бросаю. Вот потеха. Скажите, недотёпа Джеффри подвесил чучело. Как страшно. Рэнди! Ну что теперь скажешь о своем любимом братике? Джеффри не сделал бы этого. Не смог бы? Рэнди! Это одежда Джеффри. Если бы он захотел нас напугать, он надел бы нашу одежду. Ты о чем? Ты думаешь, это Джеффри? Что он мертвый? Клоуны схватили его и повесили, да? Точно, так все и было. Выходит, это холодный, мертвый Джеффри, который только и ждет, чтобы схватить меня. Идиот! Ты что это делаешь, подонок? Испугался Рэнди. Дрожишь от страха, да? Да? Да. И как ощущение? Противно с тобой связываться. Тебя действительно стоило убить. Я просто хотел, чтобы ты немного испугался, как Кейси. Для этого меня нужно убить. Я не хотел тебя пугать, Кейси. Он чуть не заплакал. Наверное, побежал сменить подштанники. Может, тебе не стоило это делать? Так ему и надо. Это может сделать его еще хуже. Куда уж хуже. Они вправду тут бродят. Кто? Клоуны. В самом деле? Да. Пошли в дом. Thank you.
Потише, пожалуйста. Рэнди, а ты заставь меня. Слушай, Рэнди. Джеффри. Черт. Ленту заело. Это очень плохо. Да? Да. И что бы ты сделал? Сперва бы я занялся тобой, и все было бы хорошо. Очень хорошо. Пойди-ка проверь пробки. Ты пойди, почему я? Потому что папа только своему любимчику показал, как их менять. Что с тобой? Страшновато в большом и темном доме. Что это было? Что-то внизу. Ничего. Нет. Это была входная дверь. Откуда ты знаешь? Я тысячу раз слышал, как папа входил потихоньку. Так это, наверное, папа. Надо пойти и посмотреть. Вот и пойди. Ты самый старший. Что с того? А Кейси самый младший. Может, ему идти? Нет. Может, позвонить в полицию? Номер 911. Телефон в холле? Ну так ступай. Пошел, ты еще будет командовать. Я пойду. Только ты должен сказать, что я смелее тебя. Джеффри смелее Рэнди. Может, лучше вызвать для тебя скорую помощь? Сдрейфил, сознайся. А ты не сдрейфил? А сам сегодня дразнил за это Кейси. А ты отвел его к какой-то придурочной, которая его еще больше напугала. Хватит, ребята, перестаньте. Щенок, маленький вонючий щенок. Это ты про себя, а я кто? Ребята, звоните в полицию, сержанту Френдли. А может, вообще ничего не было? Сгорел предохранитель, а вы тут устраиваете истерику. Нет. Позвони сержанту Френдли. И что ему сказать? Что погас свет, и я слышал какой-то шум. Кто не побоится пойти на черта? Черт, неужели наложить штаны и сидеть здесь всю ночь? Предлагаю тянуть спички, кому идти. Кейс? Кейс не может идти туда один. Ну нет, мы все мужчины, и тащить будут все, понятно? Порядок. У кого самое короткое, тот идет чинить. Сейчас посмотрим. Не повезло тебе, Джефф, старина. Ты вполне мог бы быть и моим любимым братом. У тебя самая короткая спичка, Рэнди. Ты жульничал. Тебе не впервой. Короткая спичка идет чинить предохранитель. Или будем сидеть в темноте? Видишь, я иду? Не вижу. Тебе, наверное, мешают мокрые штаны. Опять? Прикуси язык, или я разобью твою глупую башку. Ты еще вспомнишь эту ночь, дружок. Обещаю. Пойдешь спать? Ни за что. Что ты ищешь? Пойдем, почитаем комикс. Только не страшный. Хорошо. Может, почитаем реванш?
Возвращайтесь оба. Но они не слышали. Только смотрели, как завороженные. Стойте, идите обратно. Не ходите туда. Разве вы не видите, как он ужасен? И прежде чем кто-нибудь смог прийти на помощь, шлеп, шлеп. Как же он не увидел его, подумали остальные. Ведь он был совсем рядом. Шлеп, шлеп двигался чудовищный зеленый слизняк. Прогремели выстрелы, но он не остановился. Конец, подумали ребята. Нет, нет, не сейчас. Джеффри, Кейси, мы пришли убить вас. Мы пришли убить тебя, Джеффри и Кейси, Рэнди. Мы идем, Джеффри. Мы идем. Мы уже здесь. Ребята. Здесь мы, вы нас слышите? Ничего, Кейс, он не сможет войти. Рэнди, Рэнди, какого черта ты там делаешь? Оставайся здесь и не открывай, пока не убедишься, что это я. Нет. Я пойду с тобой. Ты же знаешь, он хочет напугать нас. Я пойду с тобой. Хорошо, но держись рядом. Рэнди, отвечай. Рэнди, не будь дураком. Если ты на нас прыгнешь, ты просто скотина. Ну и дурак же ты. Рэнди! Рэнди! Рэнди, you hear me? Рэнди, ты слышишь меня? Кейси!
Господи, Кейси. Джеффри, что же нам делать? Откуда они взялись? Из моего кошмара. Джеффри! Они что-то сделали с дверью. А что с Рэнди? Помолчи, Кейси. Он ведь остался где-то там. Нам надо выбраться отсюда, позвать кого-нибудь на помощь. Джеффри, а что, если он уже мертв? Кейси! Скорее уходи отсюда! Закрыто. Окно. Очень темно. Беги к мисс Эпплбай и попроси ее позвонить в полицию. А вдруг ее убили? Тогда беги к Джеймсам. Джеймсы уехали в отпуск. Это была любимая мамина лампа, Кейси. Выходит, они знают, где я прячусь, да, Джеффри? Не знаю, Кейс. Мы должны выбраться отсюда. Их трое. Еще один остался, Джеффри. Кейс, давай. Come on. Давай. Джеффри, it's open. Она открыта. Он хочет, чтобы мы вышли туда. Чизо хочет, чтобы мы вышли. Это ловушка. Это наш единственный шанс уйти. Надо попробовать и бежать со всех ног. Подожди. Что это? Чучело. Это Рэнди. Джеффри, это Рэнди. Не может быть, на нем клоунская одежда. Это он, я знаю. Подожди, Кейси. Тебе нужно бежать. Прямо сейчас. К миссис Эпплбай, ты слышишь, Кейси? Сейчас же. Попроси ее позвонить в полицию и останься там, Кейси. Что с тобой стряслось? Ты что, рехнулся? Туда нельзя возвращаться. Надо звать на помощь. Ты слышишь меня? Хорошо. Давай. Нет! Миссис Эпплбай, мистер Джеймс, пожалуйста, помогите. Рэнди. Кейси. Где он, Джеффри? Где Рэнди? Я не знаю.
Наверное, он мертв, Джеффри. Ради бога, Кейси, теперь ты пойдешь за помощью? Надо вынести его отсюда. Мы спрячем его обратно. Они же знают, что он там. Нам нужна подмога. Положим его в чулан. Черт возьми, Кейси. Мы должны оставить его там, где он будет в безопасности. Кейси, помоги мне. Мне кажется, это была полицейская машина. Быстро. Давай, Кейс. Давай. Кажется, он еще жив. Давай, Кейси. Помоги мне. Темно, выколи глаз. Если вам нужно позвонить, повесьте трубку и наберите номер еще раз. Если вам нужна помощь, повесьте трубку и наберите номер оператора. Сержант Френдли, простите, кто вам нужен? Сержант Френдли, быстрее, пожалуйста, его здесь нет. Это лейтенант Корман, чем я могу помочь? Это сержант Френдли? Да, кто это говорит? Это Кейси Коллинз, я живу на Оук-12, Оук-3-Серкл. Хорошо, Кейси, что случилось? Клоуны хотят убить меня. Клоуны, говоришь? Да, приезжайте быстрее. Что значит клоуны, Кейси? Клоуны из цирка? Да. Кейси, ты знаешь, сколько сейчас времени? 3 часа. Верно, Кейси. Может, ты только проснулся? Тебе приснился страшный сон? Где твои родители, Кейси? Мама у тети Майи, а папа в Кливленде. Кейси. Теперь, когда ты успокоился, можешь повесить трубку. Попробуй. Ну, а если не получится... Thank you.
Кошмар кончился, Кейси. Никому не скрыться от своих страхов, потому что они живут в нас и всегда знают, где нас найти. Фильм озвучен студией «Кипарис» по заказу компании «Совенчер». Автор перевода Анна Лаврухина. Режиссер Юрий Алавердов. Звукорежиссер Ирина Дунаевская. Директор Алла Морозова. Текст читали Наталья Казначеева и Владимир Вихров.